Доброе утро, мои дорогие. Сегодня я буду делать, ну, начну делать кашпо из цемента. Но сначала хочу вам показать простейшую вещь. Это я вспомнила, мне девчонки писали в комментариях там, ну, что там, да. Я посмеялась, говорю, в тыкву там можно ключи оставлять. Вот. А на самом деле я вспомнила, что есть простейшая вещь, если у вас есть участок, как спрятать ключи, заначку от мужа. Ну или вообще какую-то вещь хотите спрятать. Вот, я развела эпоксидку, вот у меня эпоксидка вот есть. Вот, развела эпоксидку. Как положено, один к двум. Вот. Берем баночку. Ну, у меня вот есть такие пластиковые баночки. Если вам нужно побольше, то возьмите побольше. У меня просто под рукой не оказалось побольше. Вот. Берем камень. Какой угодно формы, ну, лишь бы приклеилось. Намазываем. И приклеиваем. Самое главное, чтобы камушек был больше баночки по размеру. Ну и все. Когда она приклеится, эпоксидка это намертво, вы просто эту баночку закапываете на участке так, чтобы сверху был только камушек. И все. Ну, проще не придумаешь. Можно еще вокруг наложить камушков, чтобы этот камушек, ну, не отличался на фоне. Ну, это все. Старый способ, проверенный. Прячем, что хотим. Ну, а теперь приступаем к работе над новым кашпо. Ну, что, мои золотые. Вот купила я краску золотую. И буду делать золотую рыбку. Кашпо это будет небольшое. Можно суккуленты будет посадить. Или там какой-то цветочек небольшой. Потому что у рыбки, ну, тело остальное много займет. Вот. Вот нашла один носок у меня валялся. И насыпаю его песком. Обычный песок. У меня вот как от ремонта остались несколько мешков. Вот я их и использую. Ну, морской, правда. А так, любой песок. Сейчас вот я пока засыплю. Потом вам покажу. Ну вот, теперь резиночкой. Заматываем. Да что ж такое, резиночка вроде маленькая была. Так. Так, хвостик. Это хвостик у нас будет. Так, наверное, отрежем. Так, и теперь надо разводить цемент. Здесь вот я сделаю вот так вмятинку. Сейчас разведу цемент. Ну, те, кто смотрел мои работы, наверное, поняли, что я люблю вещи глобальные. Но так как сейчас на улице еще холодно работать, а в доме с большими кашпо неудобно работать. Поэтому сделаем небольшими.
Делаю я все на глаз. Ради бога, не спрашивайте меня по 300 раз пропорции. Нет никаких пропорций. Все на глаз. Без песка, просто цемент и вода. Ну, чтобы такая вот жидкая была. Потому что на первый раз мне нужно, чтобы жидкий был цемент. Работа эта не быстрая. Так, и начинаем ее просто вот так поливать. Ой, 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 ой. Сейчас мы, наверное, вот так вот сделаем прям. Ой. Не хочет. Просто чтобы немножко схватилось. А потом уже из густого цемента будем делать все остальное. Ну, короче говоря, ее нужно всю залить. Надо было что-то подложить, чтобы она у нас так форму приняла. Пусть схватится. Но вы поняли, да, что нужно ее, чтобы она вся была тонким слоем так вот покрыта. Теперь потрескалось, надо будет опять цементом замазывать, потому что тороплюсь. Замажем. Сейчас я ее всю разрежу. Thank you.
делала первый раз, поэтому, конечно, тут очень много всяких недочетов получилось. Но я это все заделаю сейчас. Вот теперь в следующий раз я уже буду знать, что и как. Не такой он и маленький получился горшочек-то. Там места много. Ой! Так, все уделала с песком с этим. Так. Так. Ну что, мои дорогие, передумала я делать ее золотой рыбкой. Она совсем не похожа на золотую рыбку. Золотая рыбка такая вся нежная. А это какое-то морское чудовище получилось. Ну, не один раз придется красить. Ладно, надо чем-то. Да. Чудовище какой-то. Долгий все это процесс. Пока одно высохнет, пока другое высохнет. Второй раз крашу. Плохо укрывается. Ой, у нас сегодня такой ветер сумасшедший. Придется еще красить. Видимо, не один раз. Чудовище морское. Ну, уже теперь буду красить, пока не докрашу. Потом вам покажу тогда. Ну, вот такая у меня рыба получилась. Совсем не золотая рыбка, а страшилище. Какое-то морское. Лаком покрою. Вот. Ну, хочу сказать, ну а что? Кашпо за копейки. Да, конечно. Смешное. Вот сейчас лочком покрою и цветочки посажу. Вот. Сейчас мы тебя сделаем блестящую, красивую. Так как она на улице будет стоять, поэтому ее нужно лочком покрыть пару-тройку раз. А то вот я не покрывала, так у меня облезли. Ну вот, собственно говоря, рыба готова. Осталось, вот я ее лаком покрыла, она высохнет. Я просверлю там дырочки, ну, в донышке для воды. И все, и можно сажать цветочки. Ну, страшноватое получилось. Ну, ничего. В следующий раз я сделаю по-другому. В следующий раз я вот тут потолще сделаю. Вот, чтобы вот так вот было. Ну, в общем, вот такая вот получилась штука. Вот. Остатки бетона я не выбрасываю. Я вот заливаю всякие вот формочки, которые вот есть. Вот, это куда-нибудь пойдет обязательно, что-нибудь потом сделаю, придумаю. Вот у меня рыбки есть, сердечки, птички, вот, такие вот. Куда-нибудь потом пойдет, вот, вот такие снежинки. Ну, это вообще просто дырочку можно просверлить, покрасить его на Новый год, на деревья понавешать. А может быть, куда-нибудь еще пойдет. Так что
Так что вот так. Все, спасибо вам за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. Все, я вас обожаю. Пока-пока. Tired.